Сегодня 7 мая, пришла моя посылка. Ну, честно говоря, некоторые растения в очень плачевном состоянии. Вот, в частности, вот этот ирис, он был и есть. Вот видите, гниль просто неимоверная. Тут, во-первых, все остальные растения очень сухие. Вот кое-как тут какие расправила, водичкой залила. Ну, честно говоря, в этом году качество как-то не очень. Вот. В общем, я расстроилась. Вот этот совсем он прям с гнилью такой. Сейчас посмотрю, как второй. Ну, вот здесь вот. Ну, здесь вроде получше. Сейчас расправлю, посмотрю. Но напишу, что не все растения пришли в каком-то в таком странном состоянии, ну, как будто все замороженные, конечно. Я понимаю, что весна поздняя. Гладиолусы хорошие. И вот еще хотела бы обратить внимание, очень, ну, очень странная вот такая вот клубника. Я такую первый раз вижу. Это какие-то тут обломки просто. Ну, не обломки, а очень миленькая. Я так поняла, это фестивальная ромашка. Средняя. Ну, такая малюсенькая. Если вот остальные кусточки пришли большие, вот сейчас их замочила, посмотрю, как очень сухие кусты. Прямо вот казалось, что они пересохли. А это вот вообще какая-то малипучка, не знаю сколько. Ну, может, там 5 корней, конечно, есть, но какие-то очень маленькие. Буду писать претензию.